друзья! С вами снова я, ваша Злата. Как говорит моя бабушка, красавица, красомолка и спортсменка. Но насчет красавицы, бабушки так всем говорят. Второе слово я не знаю. А вот спортсменкой быть я очень стараюсь. И так же, как здорово побеждать, бывает очень обидно проигрывать. Те, кто следит за мной в Инстаграме, знают, что недавно я участвовала в соревнованиях по плаванию. Перед ними я просила вас поддержать меня. И получила столько приятных комментариев, что вышла в бассейн уверена, что выиграю. Но когда я уже была готова нырнуть в воду, я заметила, что все мои соперники выше меня на голову. Оказалось, они старше меня на год. Но я набралась смелости и нырнула в воду. Пришла шестой из 11 участников. Мой папа всегда говорит, чтобы стать лучше, нужно соревноваться с сильными соперниками. Я пропустила вперед 5 человек, но опередила 5 ловцов старше и сильнее меня. Поэтому сегодня я не проиграла. Я долго тренировалась, готовилась и сделала все, что может сделать девочка 5 лет. И вот что хочу я вам пожелать. Не бойтесь проигрывать, особенно когда противник сильнее вас. Ведь только соревнуясь с сильными, вы будете стараться изо всех сил. А значит, и сами станете сильнее. Главное верить в себя и плыть вперед. Или бежать, или ехать. Совсем не важно, что ты делаешь. Просто иди вперед, и все будет хорошо. А на сегодня все. Пока, ребята. Ваша Злата.